Привет всем! Ну, сегодня я опять буду запекать яблочки. Вот я уже их помыла, почистила, вычистила. Вот так вот. Поставила опять свою сковородочку. Ну, теперь я буду запекать с творогом. Вот я взяла вот творог. Тоже очень легко и быстро. Вот. И в этот творог так, я добавлю сухой кисель. Где-то 3 ложечки. Вот так вот все хорошо размешаю. Вот. Этот как домашний творог такой. Вот. И заложу яблочки вовнутрь. Вот. Вот так. Конечно, можно еще сюда и изюм добавить. Но я не люблю очень тут, чтобы изюм был. Мне лучше. Так вот. Вот. И теперь это все в духовку. Ну, на минут 15-20. Ну вот мои яблочки и готовы. Так, сейчас вытащу. С духовки. Вот. Ну и посыплю немного корицей. Вот так. Плохо сыпется. Ой, одной рукой. Ну во. Вот так вот. Ну и теперь пускай чуть-чуть остынут. Очень горячий. И можно кушать. Так что вот так вот. Тоже пробуйте делать. Очень просто. Творог размешать с киселем. Они тогда такие не очень жидкие. Вот. Сладенькие, вкусненькие. Так что запекайте яблочки с творогом и с кисельком. Всем приятного аппетита и пока!